Нашу концертную программу открывает Анна Валиева, лауреат республиканских, всероссийских, международных конкурсов, ученица 7 класса среднего специального музыкального колледжа, преподаватель, заслуженный артист Республики Башкортостан Федулова Татьяна Рафаэловна. Великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга ре-мажор. Скерцов.
Участие наши друзья, учащиеся детской школы искусств города Янаул. И мы рады представить их. Фредерик Шопен – одна из самых значительных фигур в истории мировой музыки. Произведения гениального композитора и по сей день исполняются в лучших концертных залах по всему миру. А сам Шопен служит кумиром и объектом для подражания уже далеко не одному поколению музыкантов. Когда Шопену было 12 лет, он не уступал по мастерству ни одному взрослому польскому пианисту. Музыкант, дававший ему уроки, отказался продолжать обучение мальчика, так как больше ничему не мог его научить. Сам Шопен характеризовал свое творчество одним словом – «жаль». Имея в виду, что его произведения пронизаны печалью и жалобными интонациями. Именем Шопена назван один из кратеров на Меркурии. Согласно последней воле Шопена на его похоронах, известные музыканты исполняли реквием Моцарта. Именно этого композитора он считал величайшим из всех. Фредерик Шопен, вальс до диез минор, исполняет Айдана Нуриева, класс преподавателя Чанышевой Светланы Николаевны. Thank you.
волшебный, это голос сокровенный, это счастье и покой, это разговор с душой, это сердце излияние, добрых сил в него вливание, это крылья красоты, голос веры и мечты. Считается, что флейта один из самых старинных инструментов на свете. Для вас играет Алина Махмутова, преподаватель и концертмейстер Хаматова Лилия Габдулова. Николай Раков. Скерцем. Чему вы нас учите? За любовь к музыке, за вашу доброту, за ваше призвание. Посвящается всем учителям в этом зале. Поет Карина Акмухаметова. Музыка Юлия Хайта, слова Павла Германа, учителя.